Сегодня в универ мы идем в кимоно. С какими сложностями я столкнусь? Притащить, надеть, ну ладно, кажется, оно мне длинное, и что делать? Подворачиваю, связываю двумя лентами, потом прячу все за поясом и сзади бантик. Пришлось добираться в этих сандалиях в другой конец здания, символично на пару по японскому. А дальше голодная погнала в магаз внутри универа, где долго выбирала вкус поки. Короче, дегустация. Белый шоколад на черной палочке явно 300 рублей не стоит. Сейчас шла по коридору, и уборщик за моей спиной говорит: «О, в китайский!» А нет, то есть в японский клуб идет. No, я иду учиться в коворкинг. Там нужно отсидеть онлайн пару, ну или хотя бы на ней отметиться. Знали бы вы, как это неловко, когда буквально каждый человек, проходящий мимо тебя, оглядывается. Кстати, на удивление, в кимоно не холодно, особенно если что-то пододеть вниз, например, я была в термобрюках.